Здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь руководителем компании MotoChoice, и мы продаем мотоциклы из Европы. И я решил снять видео о том, как мы это делаем, рассказать в подробностях, начиная от того, как мы созваниваемся с клиентом первый раз, и заканчивая тем, как клиент получает свой мотоцикл и уезжает на нем. Я продаю мотоцикл уже 6 лет и заметил, что в течение 6 лет мне задают одни и те же вопросы. Как происходит подбор мотоцикла, почему лучше купить у вас и так далее. И поэтому я решил показать все, как есть на самом деле. На данный момент у нас в наличии несколько клиентов, которые, собственно, ждут, пока я поеду в Европу за мотоциклами. Кто-то уже подписал договор, кто-то еще в процессе, то есть мы сейчас подбираем мотоциклы. И я вам это тоже, кстати, покажу. И через неделю, сегодня у нас 20 марта, мы отправимся в Европу за мотоциклами, будем смотреть их. И каждый день я буду выкладывать видео о том, как у нас продвигаются дела. Самое первое видео я посвящу тому, как мы выбираем мотоциклы еще здесь, находясь в России, то есть по европейским сайтам, какие мотоциклы входят в зону нашего интереса, какие нет. Затем я покажу, как еду в Европу. Потом, как мы ездим с моими сотрудниками по Европе и выбираем мотоциклы для наших клиентов. Потом, как мы их растамаживаем. И затем, как наши клиенты получают свои долгожданные мотоциклы. Весь проект займет у нас приблизительно 10 дней. Именно столько у нас займет поездка за 5-6 мотоциклами. Сейчас у нас еще решаются некоторые вопросы, кто у нас покупает мотоцикл, потому что 3 клиента у нас уже есть. Осталось у нас 2. Точнее, у нас есть 4, всего мест 6. Осталось 2. Вот буквально за несколько дней мы сейчас заключим договора, получим деньги и поедем в Европу за мотоциклами. Все 2 недели, который будет длиться наш проект, я буду отписываться ВКонтакте, буду вести такой видеодневник, а потом, когда приеду в Россию, мы как бы смонтируем все то, что я отснял, и получится такой фильм о том, как мы ездили в Европу и покупали мотоциклы. Уникальность этого проекта в том, что навряд ли какой-то из продавцов мотоциклов захочет вам показывать, как же все это происходит изнутри. И вторая вещь, почему это будет интересно смотреть, потому что это не постановочные кадры, все будет происходить в режиме реального времени, будут, возможно, какие-то накладки, мы, в принципе, к этому готовы, без этого никак в принципе, не бывает, всегда бывают какие-то неувязки, как мы из них выкручиваемся и так далее, и так далее. Конечным результатом будет то, что люди получат свои мотоциклы в очень хорошем состоянии, и я надеюсь, будут очень довольны. А я буду очень вам признателен, если вы подпишетесь на мой канал и будете следить за тем, как у нас идет наш проект. Я еще даже не придумал ему название, но будет, наверное, не слишком там громкое название, это как поездку в Европу за мотоциклами, что-то в этом духе. В любом случае, я постараюсь сделать максимально полезный для вас контент. Если есть вопросы, вы, пожалуйста, задавайте, а также подписывайтесь на наш канал. Я уверен, вас впереди ждет очень много интересного. А на этом все. И тогда до новых видео.